В ближайшее время он будет уволен. Сотрудник патрульно-постовой службы стал виновником дорожно-транспортного происшествия в Тутаевском районе. Машина под его управлением попала в кювет и перевернулась. Пострадала 14-летняя девочка. Сам водитель «Жигулей» поспешил покинуть место аварии. Как оказалось, он был пьян, а водительских прав и вовсе не имел. Теперь полицейский лишится еще и работы. В областном управлении внутренних дел уже сообщили о служебной проверке и скором увольнении данного сотрудника.